И к другим темам дня. Иркутские художники примут участие в благотворительном аукционе. Его проводят в поддержку акции «Праздник чистоты». Организаторы, команда самого проекта и экологическая организация «Мой Байкал». На аукционе будут выставлены 34 работы иркутских художников, среди которых арт-терапевт, семейный психолог, сотрудники творческих мастерских и арт-галереи. Свои работы мастера передали в дар. Картины очень разноплановые, как по технике исполнения, так и по жанрам. Гости мероприятия смогут приобрести эти работы и помочь Байкалу и его берегам оставаться чистыми. Все вырученные деньги отправят на организацию эко-акции в 2020 году. Сам аукцион пройдет 26 октября. Стартовая цена лотов от 300 рублей.